Друзья, давно не снимала для вас видео на канал, были все короткие видео. Поздравляю всех с началом учебного года, правда уже середина сентября. Я предлагаю восстановить нашу практику прямых эфиров каждый вечер. Если вам интересно, напишите, какое удобное время было бы для вас. Мы будем разбирать ваши вопросы, а также я бы последовательно разбирала темы 8 и 9 классов. Соответственно, допустим, в понедельник 8, вторник 9 класс, среда, например, опять 8, ну и так далее. Теперь хотела бы еще обратить ваше внимание, когда мне тут пишут про Википедию, я на Википедию не ссылаюсь, я ссылаюсь, конечно же, на фундаментальные источники. У меня есть видео по литературе по химии, я рекомендую. Если у вас какие-то вопросы, обращайтесь к этим видео. Также хотела бы у вас спросить, какого формата видео были бы вам интересны, пошагово рассматривать параграфы тех учебников, по которым вы учитесь, либо те темы, которые я считаю интересными. Почти все у меня разобрано, сложные темы, сложные для понимания, как я считаю, такие как валентность, составление химических уравнений, химическая связь, электролиз, теория электролитической диссоциации, основные классы неорганических соединений, составление формул по валентности, определение валентности элементов, типы химических реакций. Это все есть, и это есть в плейлистах. Также на моем канале, хочу сказать, есть видео по физике, но, кажется, в плейлист не выделен. Если вам интересна физика, пишите тоже. На сегодня, наверное, все. Всем всего доброго, до встречи в других эфирах. Пока.